Bum 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 b
Несчастное дитя. Подумать только, как ты смотришь на меня. Раз у тебя нет ни отца, ни матери, Симон Сорса будет тебе отцом, а я матерью. Будешь нашей доченькой. Тебя уже, верно, окрестили. Навряд ли. Лопарям далеко ехать до церкви и до пастора. Они сразу дожидаются, покуда не наберется несколько ребятишек. Они сами везут их к священнику, он берет их за руку и говорят «Аминь». Ведь как раз сейчас рождественское заутренне, как раз время снести младенца в церковь да крестить. Праздничком! О!
Будем крестить. Thank you.
потеряла подкову с левой задней ноги. А ты откуда знаешь? Лису Лили видела это. Игрушку? Ну-ну, ложись спать. Мама, расскажи нам сказку. Да, сказку о лопарях из северных оленях. Ладно, слушайте. Человек. Ладно, ложись на лавку. Где бы мое кольцо спрятать? Вот. Доброе утро, Лису. Никак пальто у вас захворал? Ой, захворал наш пальти корью. Пойдемте, отведу вас к нему, а сама приготовлю лосося вам с собой на дорожку. Доброе утро, Лису. Никак Патя у вас захворал? О, да, захворал. Вот он, лежит. Ой, мамочки, плохо мне. Поможет. Так подожди, смотрю ты-то, какого лосося тебе дать, маленького или большого? Пожалуй, хватит тебя и маленького. Ты уже я-то никак не выбросишь кладостой из своей головы лопатка. Больше ты не будешь пялиться на меня свои ведьминые глаза, будешь жить в подполе. Выходить оттуда будешь раз в день, к обеду, с завязанными глазами. Нечего тебе глядеть на людей, пока не перестанешь колдовать. Ой.
Глаза семь шерстяных платков и положи на крышу подпола семь половиков. Тогда она ничего не увидит. Ладно, попробую. Thank you.
тишина. Муа! 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 Как ребятишки? Мальчишки здоровенькие и толстенькие, как пшеничные булочки. А как звездоглазка? Хорошо. Мы должны беречь звездоглазку. Ночью я уснул в санях, и мне приснилось, будто звезда упала мне на меховое одеяло и говорит: возьми меня и береги хорошенько, я принесу счастье твоему дому. А когда я протянул руку, чтобы взять ее, она исчезла. Вот я проснулся и подумал, что нам везло все эти 3 года с тех пор, как мы взяли это чужое дитя. Раньше не было нам ни в чем везения. Мучили нас болезни и бедность. То мороз погубит урожай, то волки утащат овец, то медведь задерет коров. А нынче не спослана нам судьбой благодать за то, что мы презрели этого невинного младенца. Отец! Ты вернулся! Муа! Муа! А где звездоглазка? Матушка посадила ее в подпол. А матушка повязала ей на глаза 7 шерстяных платков и положила на крышу подпола 7 половиков. А матушка отдала ее Муре. А Мура отвезла ее в горы. Что? Ведь она лопарское дитя и лопары колдуны. Что я наделала? Thank you.
начало расплаты за содеянное нами зло. Теперь нам остается лишь горько каяться.